Меньше 3 недель остается до официального открытия в Магнитогорске семейного многофункционального центра. Уже несколько месяцев он работает в тестовом режиме и успел оказать помощь примерно 100 горожан. Для чего создается новое учреждение и кому в первую очередь принесет пользу его работа, расскажет мой коллега Павел Зайцев. Семейный многофункциональный центр в Магнитогорске создан на базе муниципального учреждения «Центр социальной помощи семье и детям». Новое структурное подразделение расположено в южной части города, на Маркса 185, где преобладающая часть жителей – семьи с детьми. Этот центр не просто часть федерального проекта, он один из первых в России и призван обеспечить новую качественную поддержку и помощь семьям в решении самых разнообразных вопросов. Любые жизненные ситуации, с которыми сталкивается семья, несмотря на поток информации в настоящее время, нужную информацию выбрать для себя, которая поможет тебе в решении той или иной ситуации, практически невозможно. И семьи как были, так и остаются, как правило, в неведении о своих правах. Подобно тому, как обычные МФЦ уже много лет помогают гражданам с решением множества общих вопросов, новый центр будет заниматься тем, что наиболее актуально именно для семей с детьми. Консультации специалистов по соцработе, психологов, юриста, оформление документов, касающихся опеки, усыновления, выплат разного рода – это еще один шаг к повышению качества жизни наших семей, на что в принципе настроены все структуры управления соцзащиты населения. Однако новый центр призван объединить, сконцентрировать в одном месте все условия для квалифицированной помощи. Это как и дети-инвалиды, это как и семьи малообеспеченные, как семьи в трудной жизненной ситуации, замещающие семьи, семьи с детьми опекаемыми. Причем наличие так называемой трудной жизненной ситуации – условие совсем не обязательное. В семейный МФЦ можно обратиться по любому вопросу, связанному с каждодневным существованием семьи. Для решения некоторых вопросов не нужно даже личное обращение в центр, достаточно телефонного звонка. Главная задача – создание механизма бесшовной помощи. Иными словами, это уже знакомый многим принцип одного окна. У нас заключены соглашения со всеми структурными подразделениями администрации города, с общественными организациями. Мы сможем без хождения людей по инстанциям решить все проблемы в одном месте. Еще до официального открытия семейный МФЦ продолжит работу на Маркса 185. Консультация специалистов по телефону 30 30 66. Подробнее о работе центра в ближайших выпусках новостей «Время местное». Павел Зайцев, Вячеслав Гусев, Владислав Гусев, телекомпания ТВН.